Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется «Последний маг». Привет, меня зовут Пира, сейчас нам нужно пройти на север, вот к этому зданию. Потяните левый джойстик, чтобы переместить меня. Какому зданию тебе нужно? Сюда, что ли? Отлично, вы можете совершить рывок, чтобы приблизиться к врагам или избежать от опасности. Коснитесь кнопки рывка, чтобы приблизиться к манекенам в здании. Кнопка... Ага, вот это вот рывок. Потяните правый джойстик, чтобы прицелиться и расстрелять манекены. Ага. Также можете коснуться окна управления справа, чтобы выстрелить по ближайшему противнику. Быстро коснитесь, чтобы уничтожить все манекены. Угу. Смотрите, из последнего манекена выпала способность. Встаньте на нее, чтобы подобрать. Метательная бомба. В бою можно применять способности и коснуться, чтобы метнуть бомбу в манекена за стеной. Отлично. С основами вы разобрались. Теперь расскажите немного о себе. Ага. Поехали. Так, никнейм. Само собой, друзья мои. Делаем тег. А, нет, даже мы не так сделаем. Мы сделаем, скорее всего. Вот так. Можно? Этот псевдоним уже занят. Кто это занял мой псевдоним? А вот так. Отлично, друзья мои. Ну что, вот наш маг Пира. Крысиное гнездо какое-то тут. Получить медали. Самоцветы. Что хоть за игра-то, хоть за жанр-то, я не могу понять. Так, 5 самоцветов мы получили. Допустим. Пира, хранитель. Лучница Кадира, быстрая и наблюдательная. Стреляет из лука издалека, снайпер, большая дистанция. Ее можно выбрать? Можно. Также тут есть... Воин Борис, отважный и бодрый. Борис. И... Урса, это целитель. Так, понятно. Кого же лучше взять? Ну, наверное, будем по порядку. Возьмем для начала мага. Это пироманьяк на полставки, обычный. Выстреливает огненным шаром, наносящим урон по области. Стрелок, средняя дистанция. Еще больше, чем строить планы против всех заклятых врагов, пиро любит... Нет, минуточку. Как раз таки именно это оно и любит больше всего. А еще выжигать сорняки с помощью посоха, метающего огненные шары. Вот так. Какой? Это женский пол, это мужской, да? Можно улучшить сразу же за 10 монет, которых у нас нету. Выбираем его. Магический абонемент. Крысиное гнездо. Что такое крысиное гнездо? У нас есть метательное копье. Крысиное гнездо. Так, производит крыс, которые вооружены острыми зубками и непреклонной настойчивостью. Это неожиданное, но очень эффективное оружие производит крыс, который нападает на врагов. Создал его печально известный колдун Фулгрим, рваный. Материалом для производства стали кости и зубы его любимого фамильяра по имени Бубонос. Так, ну, допустим, я возьму крысиное гнездо. Тут еще есть стальная стрела, метательная бомба, баллиста, казармы, маскировка... Ёк-макрёк, а что за суть-то? Что за жанр игры? Ладно, оставляем пока так, как все есть. Задание 42 штуки, нифига себе. Играть. Бесплатно сундук можно получить. Обычный сундук. Что нам из него может выпасть? Монетки. То есть нам еще ее предстоит открыть. Следующий. Ну, в общем, вот такие вот награды мы получили с тобой. Тотем ярости. Ну что, давай хоть посмотрим, что это у нас тут. Смерть во время ожидания начала матча. Чего? Да ты что, ПВП?
Друзья, это, по-моему, ПВП у нас. Фига, я тут нахапал. Что вот это, например, такое? А, тут еще будет начало. То есть пока это... Собираем команду, короче. Ну как команду? Дай хоть гляну тогда, что вот, что это такое? Допустим. Это лечиться. А это... Кубы ставить. Драки такие. Ну да, поиск игроков. Королевское подземелье. Скоро начнется. Все, ребят, нас отправляют. Выберите, куда вы хотите попасть. Ну давай сюда. Или вот сюда вот. Куда ползешь ко мне сюда поближе? Не надо здесь стоять. Все, я пошел, друзья. Вижу первого противника. Ах ты. Навозная жучара. Куда? Блин. Хе-хе-хе. Добавлена руна огня. Кстати, вот так вот опасно бегать здесь, потому что может кто-то вылезти. В любую, причем секунду. Желтые точки это не враги, нет? Опа, опа, опа. Ай! Так ты будешь убегать-то, ёк-макарёк! Трындец, а кто меня зажал? Я даже ничего сделать не смог, прикинь. Матч окончен? Я даже ничего не... Я сделал рывок, я рывок не смог, ребята, сделать почему-то. Здоровски. Получить. Да не надо мне вот это вот. Да иди ты в баню, дай мне играть. Хочу играть, блин. Зашибись, рывок. А, он рывок, он, наверное, ребята, в любом случае. Все, я понял. Он не может проскакивать через цель. Я думал, что я могу вырваться из плена, так скажем. Этих двух гномов, которые меня там заходят. А это что такое? Что вот это такое? Конечно, вот сюда лучше бы кнопку. Ну что ты? А, ну мы еще пока не играем, ребят. Нате копьем. Фига, у этого чувачка птичка. Прикинь. Сейчас. Так, оу, а тут. Да я вот сюда куда-нибудь встану. Чего ты за мной идешь-то, блин? Бежит этот хламон за мной. Вон туда я встану. Нет, не хочу я туда вставать. Эти вдвоем. Друзья, что ли, ё-моё? Так, пошел я, короче. Сюда можно зайти? Странно, но можно. Так, я нашел копье. Также я вижу здесь сундук. Показывает, что тут сундук где-то вот. Пойдем за сундуком сходим, что ли? Я не знаю. Ага. Ты смотри, чё, чмошник, он меня видел. Он меня, друзья мои, видел. Хе-хе. Так, тут гном. Так я не могу понять, почему я не могу ходить-то? Есть. Это еще откуда? Это мои крысы, блин. Что, за мной, что ли, охотятся?
Тут тоже есть эта зона, как в по... Ну, ты понял, да, где? Осталось двое. Ну-ка посмотрим, кто победит здесь. Это какой-то щитовик. Рэмбо Данжер. А как он, интересно, хилится? О, он баллисту поставил, прикинь. Нахапал-то себе чего? Рыцарь в мясо. Блин, если бы я знал, что здесь будет зона, конечно бы я убежал бы лучше бы. Да, лучник и мечник. А зона-то все сужается, я смотрю. Зря он, конечно, побежал на этого. Это было глупо. Даже для меня, ребят. Я считаю, что это неоправданно. Так, у нас новый рейтинг. Так, новый рейтинг. И что он мне дает? Не знаю, ребят. Получен очень редкий сундук. Открываем за видос. Ну и что нам достанется из этого редкого, так сказать, сундука? 30 монет. Какой-то нож. Руна огня. Самое обидное, что эти крысы нападают на тебя тоже. Понимаешь? То есть ты ставишь нору, а эти крысы бац и бегут на тебя. Так, это у нас хиллер. Мы можем теперь, я так понимаю, открывать просто хила. Но пока... Пока я хочу поиграть за мага. О, Сигрид. Так, 10 монет. Сколько? 7 карточек, да? На этого вояку. И вот Сигрид. Друзья, открыли мы нового, я так понимаю, персонажа. Выстреливает ледяным шаром, замедляющим врагов в области. Метатель средней дистанции. Эта владеющая магией льда принцесса действует исключительно на горячую голову. При этом она груба, капризна, требовательна и избалована. Но по какой-то причине все ее обожают. Редкий. Я, наверное, друзья, возьму ее. Не знаю, насколько она хороша, но поиграть за нее, наверное, стоит. А, она бьет навесиком. Она бьет навесиком, понял? Да, вот так вот, конечно, фиговенько, когда ты попадаешь. Откуда ниндзя-то взял? А ниндзя-то откуда взялся? Объясни-ка мне на милость. Так, тут тоже смотри. Так, куда? Блин, я не хочу рядом с ниндзей быть. Какие-то горгоны. Два ниндзя. Орки какие-то тут. Я не знаю, давай сюда, наверное, спрячемся. Там шаман. Тут орк. Или огр, я не знаю. Ведь 100% они, кто-то видит, рядышком же стоит и видит, где ты стоишь, где ты прячешься, да? Вот это не могу понять, показывают сундук зачем-то. О! Давай так сделаем.
Ай-яй-яй-яй-яй. Е! Я, наверное, крыс вот здесь вот поставлю. А что там такое вот стоит? Какой-то тотем. Нож. Клинок отравляющий какой-то. Ведь наверняка кто-нибудь там сидит, а? Крыски вы мои. Хе-хе. Ниндзя там. Где же враг может, да, сидеть? Осталось два. Вот где они тут сидят? Вон ниндзя, я вижу, ребят. Все, ниндзя, крышка. Е! Слушай, ну... Неплохо. Опять же, без, не без помощи крыс, ребята. Все получилось здесь. Крысы, конечно, тут зарулили на самом-то деле. Сигрид. У нее еще только первый уровень. Давай дальше. А вот эта вот, шаманка. Тут пока команда собирается, можно ничего не делать. Прорывок я забываю, да, конечно. А вот эта штука, это невидимка, да? Вот как ниндзя тогда. Типа горшок перемещается. Вот ниндзя откуда появился в тот раз. Он видит, что горшок двигается, нет? О, что ты думаешь, что вот это? Не помогло тебе, парень, это не помогло. Кстати, мы с тобой отхиливаемся лучше, когда, например, стоим в кустах. Тут идет отхил посерьезнее. Так, тоже с крысами, да? Я смотрю тут. Так, где я? Я не хочу здесь в этой куче стоять. Я хочу отдельно. Тут, смотри, какой-то самурай. Вот тут я, наверное, постою. Ну куда ты идешь, блин, сюда, блин, орк? Паршивый, ты посмотри, блин. Ублюдок, блин, где-то здесь он стоит. Вон он, по-моему, да? Да. Сейчас будем его бомбашить тогда. Чё сразу-то? Чё сразу припух-то? Иди сюда, говна кусок. Думает, он от меня убежит. Давай так сделаем. Пускай идет сюда. Ой. Ребята, чьи крысы, блин? Жесть, я чуть... Блин, зона-то сужается. Вон он, этот огр. Тупорылый. Да что ты опять застанил-то? Друзья, я не понимаю, он... Персонаж у меня стоит и ничего не может сделать. Просто не ходит, ничего. Я нажимаю, он... И все. И вопрос у меня еще один. Откуда он берет вот этот вот валун здоровый, который у него в руке? Вот объясни мне. Я сейчас там достаю, докремляюсь, блин. Блин, расстроился весь только, блин.
Вот эти камни можно как-то убрать, заменить? Я не хочу, например, чтобы у меня были эти камни. Иди сюда. Мне эти камни не нужны, ребят. Так, где мы тут стоим? Где мы находимся? Я не хочу там находиться. И все куда-то побежали, блин. Смотри. Специально, что ли, так делают? Посмотри, сколько тут бойцов. Давай вот здесь встанем. Тут рядом маг. Два мага. Куда ты идешь, блин? Трындец, короче. Кто-то здесь спрятался, я же видел. Фига себе, блин. Ты видел, что он делает? Просто мне ни одного шанса не дал на выживание. Только и умеет по кустикам тут шоркаться. Зашибись, а как с ним драться тогда? Если он с таким дамагом тут, извини меня, действует. Но была бы какая-то неуязвимость бы, и еще можно было бы здесь, ребята, против него. А как в этом случае? Видишь, спрятался, ладно. Мне не интересно, как он там играет. Мне интересно, как играть буду я. Да и что там? Легендарная способность, элементаль воды. Не, ну против мага это, конечно. Я не знаю, может быть еще, например, мечник бы, щитовик бы, да, например, смог бы здесь. Рипер, здорово. Вот, смотри, а нет, это сейчас я в кустах застрял. Добавлен казарма. Что казарма делает? А, ну это что-то типа крыс, да? Мы выставляем. Тут выходит армия солдатиков. А, ниндзя. Я вот здесь буду стоять. Я буду здесь. Ты посмотри, тут на раз, два, три. Раз, два, три. Три ниндзя. Или как, лучше самураями назвать. Три самурая. Смотри, смотри, идет, специально подкрадывается к лучнику. Гном. Рипер тут есть. Да. Зона, зона пошла, ребят, сужаться. Да что тут лежит-то? Их взять-то. Слушай, а вот это вот уже опасно. Сейчас зона меня закроет, и все. А здесь у нас где-то, если я не ошибаюсь, воришка стоял. Бомба. То есть все скоро будет где-то здесь сосредоточено. Я вон там уже вижу. Кстати, вот он, этот чувак. Я же видел, что кто-то здесь есть. Да как, блин?
Вот так вот меня Рипер, ребята, и наказал. А это его крыса, что ли? Сейчас посмотрим, кто с ней будет. Рипер или, например, самурай. Или как его там взять. Не поймешь, блин, кто кого чего бомбит. Видишь, он поставил зону исцеления себе здесь. Да, это, конечно, он зря сюда пошел. Мне кажется, это было глупо. Нападать, когда у тебя так мало здоровья. Так, ну что, ребята, я получил 3-й уровень. 3-й уровень. Так, давай заберем монетки, 100 штук. Но надавали-то там, надавали. Так, здесь получаем сундук обычный. Копье. Так, этот у нас... Да, у нас открывается, ребята, гном. И метательная бомба. Новая. Сундуки. Давай откроем, наверное. А, тут монеты просто. Тут просто монета. Бесплатно. Что в магазине есть бесплатно? Что бесплатно, все беру. Обычный сундук. Частная игра. Что такое частная игра? А, создать свою собственную, понял. Слушай, а если я, например, крысиное гнездо, на что я могу поменять его? Все, что пока открыто у меня, да? Взрывающаяся бочка. Взрывающиеся бочки делают в восточном Дисхалте и известны своим алкоголем. Мягким, но очень крепким. Эта выпивка столь же опасна, как и приятная на вкус. Хорошо, это или плохо, каждый решает сам для себя. То есть поменять я могу только крыс. Возьму, наверное, копишко. Или отравленный кинжал. Можно улучшить, кстати, его. Давай кинжал я возьму отравленный. А вот это что такое у нас? А, ну, понял. Вот, ребята, грим его звать, этого чувачка. И стоит он либо 300 самоцветов. Нет, наверное, ты получаешь 300 самоцветов. А стоит этот персонаж 3990 рублей монет. Это новости. Ну что, я пошел. Поэтому против Сигрита я уже понял. Эй, карапуз, иди сюда. На, ножом тебе. О, еще один рипер. Маленький, походу, дело было. А это что такое у нас? Берсерк. Давай посмотрим, что у нас тут дальше будет. Где я тут нахожусь? Я вон нахожусь. Тут маг. Маг, ты специально что ли сюда идешь? Я не могу понять. Это ниндзя вшивый самурай идет ко мне. Блин, ты посмотри, тут в основном ниндзя, да? Всякая... Я не знаю, всякая ерунда. Стоим здесь. Я не могу понять, вот это что за сундук? Так, сужение через 30 секунд. Особо здесь не постоишь, блин. Сейчас сужаться будет зона. На проверочку. Все чисто. Никого что-то тут нет пока. Пока никого нету. Кого-то уже завалили. Вон он, сундук показывается, да, по карте? Ага, вот и Берта как раз.
Что, она хочет сундучок взять, что ли? Тин-тин-тин-тин. Минус еще. Кстати, подожди, тут я взял голем. Голем, иди сюда. Зона-то сужается, ек-макарек. Ага, вон, еще одного заметил. Кто-то бегает вон там. И мы побежали туда, сломя голову. Ну кто? Непонятно это. Это маг. Давай ты. Не успел, ребята. Я занял второе место. То есть вот этот вот оставался последним. Блин, чуть-чуть не хватило его бомбануть. Совсем малость. Фух. Да, вот такие ребята у нас баталии здесь происходят. Но ничего, практика. Практика, ребята, все поставит на свои места. Поверишь мне. То есть у нас еще и персонаж прокачивается по уровню. Соответственно, у него становится больше хп, наверное, больше всего. В принципе, игра мне нравится. Так, ну что, друзья мои, наверное, я на этом, пожалуй, сегодня буду закругляться. Пишите в комментариях, как вам игра зашла или нет. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.